Дети тоже взяли в руки клюшки. В 22-й Абаканской школе устроили ледовые старты. В спортивный мини-праздник втянулись и болельщики. Объезжаете вон ту зеленую фишку, подъезжаете, эстафету передаете на расстояние, руку в сторону. И в конец строя. Понятно? Все просто. Но просто только на первый взгляд, ведь такие обычные спортивные задания ребятам предстоит выполнить на коньках. Первый конкурс – проверка устойчивости и умение развивать скорость на лезвии. А дальше еще сложнее – практически тренировка хоккеистов, исполнить обводку мяча клюшкой. Очень интересно, ну и тем более это развивает нашу силу, ловкость, умение делать физические какие-нибудь действия. Бегать, например, в догонялки играть, вот, то же самое и на коньках тоже очень классно в догонялки играть. Мороз, солнце по классике. Да, все вообще привычно. Вообще прям классно очень. Финальное противостояние вышло самым зрелищным – перетягивание каната. На коньках длится всего несколько секунд, зато запоминается надолго. Мы решили провести на нашем стадионе школьном открытые веселые зимние старты, чтобы дети воспользовались последними такими деньками зимы, воспользовались уже практически весенним солнышком и еще зимним льдом. Азарт передался и болельщикам. Вместе с участниками ледовых стартов они решили взбодриться под морозным солнцем музыкальной зарядкой. Мария Добрынина, Антон Новожилов, Вести Хакасия.